Что делать, если замучил кашель, приглушенная боль в груди и затрудненное дыхание? Чайный напиток Цинь-Жунь очищает легкие, восполняет энергию ци, поддерживает хорошее настроение. Чайный напиток Цинь-Жунь изготавливается из тщательно отобранных дикорастущих целебных трав, корня римании, наречника, лакричника, мяты по особой рецептуре, описанной в одном из древнейших трудов по фармакологии трактате Шэнь-Нуна о корнях и травах. Напиток обладает ярко, горько-сладким, освежающим вкусом, способен эффективно очищать кровь и легкие от токсинов и вредных веществ. Длительное употребление чайного напитка Цинь-Жунь способствует восполнению энергии инь и увлажнению легких, стимулирует процессы выработки биологических жидкостей в организме, значительно облегчает мокрый кашель и другие симптомы легочных заболеваний. Кроме того, напиток Цинь-Жунь снижает объем накапливающихся в легких никотина, пыли и дыма. Входящие в состав чайного напитка Цинь-Жунь наречник и лакричник являются ценными целебными растениями, часто применяемыми в традиционной китайской медицине. Последние медицинские исследования китайских и зарубежных специалистов подтвердили, что наречник содержит множество полезных для здоровья витаминов, минералов и аминокислот, которые тонизируют клетки организма, а лакричник за свои уникальные свойства был назван царем целебных трав. Он укрепляет селезенку, восполняет энергию ци, выводит токсины и скопления мокроты, изгоняет болезнетворный жар, облегчает приступы кашля. Чайный напиток Цинь-Жунь – это высококачественный оздоровительный продукт, который очищает легкие, выводит токсины, изгоняет болезнетворный жар и восполняет энергию инь. Показания к применению. Заболевания легких, вызванные курением, загрязнением окружающей среды, вредными условиями труда. Заваривать в кипятке в течение 3-5 минут. Принимать 2 раза в день по 1 пакетику. Увлажнение легких. Дышите свободно. Чайный напиток Цинь-Жунь.